Я обещал показать Харизию великолепную. Почему она называется великолепная? Вот здесь как раз видно. Когда она зацветает, то реально видно, что она великолепная. Потому что цветы у нее, смотрите, какие великолепные. Какие замечательные цветы. Для подтверждения видно вот, что такой же ствол. Это просто дерево стало другим. Сейчас оно все зеленое и все в цветах. Вот видно, что цветок меняет цвета. Сначала он вот такой, желтенький. Вот он такой становится, вот такой, о, зрелый. Вот здесь видно, что цветок, а слева уже формируется плод. Тоже видно, что это плод уже. Потом будет капок, похожий на хлопок материал. С плода получается такой капок. Это с прошлого еще урожая. Вот такой красивый.